красиво. Работает. Это очень круто. Там целый лист, я хочу его распечатать, может, здесь их как-то наклеить. Что за озеро справа или что это справа такое? Справа это гидроэлектростанция. Ну, видишь, гидроэлектростанция. То есть это какое-то искусственное сооружение, оно не рукотворное. Уже осень начинается, какая красота. Самое красивое, да. Наверное, через недельку будет красивее всего. Когда покраснеет, пожелтеет. Примерно, все. Да. Все будет. Что ты видишь, зеленое, будет желтое, красное, будут разные цвета, будет такое, короче. Каждый вчера было пару деревьев. Смотри, пару деревьев было, а сейчас уже. Ну, конечно, осень. Скорее всего, завтра, послезавтра уже будет вот очень ярко. Но нам все равно повезло, мы тоже видим эти яркие пятна. Классно, очень переход такой уже надоело. А зимой здесь река течет, да? Когда вот дожди большие, то да, я справа снимаю. Когда дожди, нет, когда дожди, вот эта речка, она разливается под нами, которая, видишь, вот, она большая становится на мгновение, буквально на там, она может там 6 часов по дню стоять, потом опять уходит. Мы хотели рафтинг вообще в несколько полетов, сначала хотели рафтинг, но прочитали, что в это время это слишком скучно. Ты знаешь, ну, как тебе сказать, я вот в прошлом году, мне нравится. А, сейчас нас отпустит? Да. 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 Ой, как это здорово! А, страшно! И страшно! Что скажешь? Это страшно! Немножко. Это очень экстремально! Чуть-чуть. Ой, это так кайфово!
смотри, у нас тут было ярко, вот так. Ага. Да. Вверх ножки держи. И вот сейчас. Раз, встала. Раз, встала. О, класс! Вообще не страшно. А еще кошка? Ага. Ребята, давай пока. Говори, Грузия. О, это было здорово. Анатолий. Это Вероника. Ты все видно, да? Короче, приезжайте в Грузию, летайте с профессионалами, с Атлантида. Пока, ребят. Ну, просто в видео. На, хрен.